вот это здесь живут, вот тут, по-моему, живут. И все, дальше там уже никого нет. Ну, опять же, момент подготовки и того, что, ну, как бы мы сейчас готовы, это уже не 14-й год. Ну, нервозность больше вот там вот, в магазин заходишь ты, да, там бабушки переживают больше. Ты маме ножки подбиваешь. Ну, я сейчас расскажу, я еще в больнице, мне надо в больницу. И я вот... Бывает, идем по поселку, ну, там автомат работает, мы идем на своей волне. Мы не боимся. Пойдем, я на тебя буду. Какой бы ни был поселок, он твой. Ты уже тут окольные каждые путя знаешь. Начинают бомбить, ты уже бежишь огородами, чигирями. Ты уже знаешь, где упасть. Тебя уже не убьют. Ты уже в яме лежишь, в окопе. Не завтра, и не послезавтра, но я думаю, примут. Ну, много поменялось. И у нас, и люди поменялись. Мы же уже сами сделали, чтобы мы их там не считали братским народом.